Рав, можно ли управлять мыслями? Мыслями можно управлять с помощью окружения. Это книги, авторы, группа, учеба, все эти вещи. Все это влияет на тебя и организовывает тебе твои мысли. Я не говорю, что это просто, но они управляют, они властвуют. Что я хочу сказать? Когда ты имеешь в виду, что ты не можешь властвовать над своей мыслью, то ты выясни, может быть, говорится о желании, может быть, ты путаешься. И, в общем-то, твое желание мешает тебе быть сконцентрированным на определенные мысли. Как я могу различать это желание, это или мысль? Подумай, прежде всего проверь, а потом поговорим. Стоит.